Друзья, давайте поговорим о вашей судьбе, о пьесе вашей жизни, где вы должны быть за главным героем. Мы всю жизнь пишем свою судьбу, сочиняем эту пьесу, играем главного героя, сами для себя режиссер и за главный герой. Как это делать? Мы определяем в наших школах, на моих марафонах, и вы можете найти ответы на моем канале. А вот сейчас я хотел бы вам прочитать стихотворение Андрея Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте». Послушайте внимательно, а может быть, еще раз потом прокрутите. «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого, грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, если даже за все вам усмешка в укор. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда ни о чем не жалейте, поздно начали или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы». Действительно, ваша судьба, ваш сценарий, и это есть ваша реальная жизнь. Качественное, некачественное, другой не будет. И поймите, здесь не так уж все жестко предопределено. Вот в наших школах позитивной психологии мы поможем вам разобраться, от чего зависит ваша судьба. Что влияет на качественное создание вот этого собственного сценария жизни, где вы за главный герой этой пьесы. Пройдем этот путь шаг за шагом. Я дам вам алгоритмы. Алгоритмы, как прописать точный маршрут по вашей когнитивной карте мира. А для этого надо качественно, адекватно прописать вашу индивидуальную когнитивную карту мира, которая отражает эту реальность, и вы тогда сможете проложить по ней свою лоцию. Выбраться из вот этого замкнутого круга очень узкой зоны комфорта, расширить эту зону комфорта, реализоваться в обществе, достигнуть своих целей и планов. Для этого подписывайтесь на мой канал, включайтесь в наши школы позитивной психологии, обращайтесь ко мне по скайпу, я вам помогу.